Друзья, всем привет! На канале Temp of Play мы продолжаем играть в Assassin's Creed Valhalla. Так, у нас там задание прогулять с Иваром. В прошлой серии мы похитили королеву и короля. Обо мне, да? Вот и славно. У меня тоже есть пара мыслей о тебе. Ведешь меня как ягненка на убой. Вот видишь, я был прав. Эй, вы! Садись. Погнал. Да, я вел себя погано. Но всегда уважаю славных бойцов. Пусть все знают, что теперь Эйвор с Иваром Бескостным друзья. Кто дал тебе это имя? Бакраут с острова Иберния. Я намотал его кишки на копье. Он назвал меня бескостным за легкость движений. Или ты пьешь только что не в силах стоять? Вальгала, я попаду туда. Я уже чую кровь и мед. Буду сидеть рядом с высоким, держа в руке топор. Конец, достойный Рагнарсона. Казалось бы, да? Мы с Хальфданом будем там. Но Уба... Нет. Ему нужно кое-что совсем другое. Я в этом уверен. Чего хочет Уба? Разжиреть и состариться в своем доме в окружении кучи детишек. Ему нужен наследник, как и многим. Только не воинам, не таким, как мы с тобой. Раньше он был другим. Но в этом краю, в Англии, здесь он ослаб. Люди меняются, и ты следуешь за ними или идешь своим путем. Если первое не по тебе, почему бы не выбрать второе? Из-за моего брата. Я люблю его. И сделаю все возможное, чтобы убедить в своей правоте. Мы воины, и должны быть ими до конца. Напились мне. Или, наверное. Аж похрикивает, смеется. Да, отходничок. Перестаралась. Ох. Коронация началась. Коронация. Тяжелая ноша. Так, бежим в домик на коронацию, я так понимаю. Все, опоздала. Где же мой сын? Лорд, мы отправили гонца в Рептон, но ответа нет. Походу, этот его в плен взял. Нужно продолжать. Телохранитель этого, походу, похитил его. 100%. Но. Ты искал меня, старый друг. И вот я здесь, перед троном, который не так давно занимал.
Витон Мерси вынес единогласное решение. Пришла пора передать престол более достойному мужу. Мы требуем передачи королевства и короны Тену Кёлвульфу. Лорд, вот слово мерси. Корона. Ты ли это, старый друг? А, да, теперь я понял. Прости, мантия добродетели плохо сидит на твоих плечах. Простите Бога, по его воле я занял престол. Аминь. Так, где моя корона? Что-то не то. Прости за волнение. Мне еще ни разу не доводилось преклонять колено. Но попробую. А, как просто. Пасть на колено без страха и раздумий. Он насмехается над тобой. Убей его. Не бойся, Дан. Я откажусь от короны, от королевства, где кишат язычники, и милости подлецов. На своих условиях я потребую немного. Сперва ты... Глупец, оглянись. Здесь ты бессилен. Моли их о пощаде. Больше тебе... рассчитывать не на что. Да, да. Прости, я молю. Пощади меня. Прошу, я сбегу на край света. Вот, она твоя. Бери. Отправьте лорда с женой в Рим. Он изгнан и больше не вернется в эти земли. Изгнали его. По воле Витона на престол Мерсии всходит король Кёлвульф II. Праведный, милостивый, Боже, храни короля. Надеюсь, дело стоило возни. Отряд мерсийцев идет к Рептону. Лефрит, ублюдок верен королю до конца. Соберите всех и отправьте по отряду к северным и южным воротам. Пусть он разделит свое войско. Там Келберт. Эйвор, спаси моего сына. Он выживет, даю слово. Я останусь с Кёлвульфом. Иди. Как всегда, я в самом дороге. Интерфон. Где лошадка? Никто, она автоматом едет. Кого я там развалил, что ли, не понял. Давай, обгоняй их. Молодцом. Рептон. Улица, дорога, трасса оживленная, лошадиная трасса. Аж пробка.
Я туда мог телепортироваться, наверное, на самом деле. Ну да. Ну уже доскакал. Как ты странно скочишь. Аркаш. А, ну я с тобой разговаривал, по-моему, в прошлый раз. Что-нибудь есть у тебя? Приветствую! Хочешь узнать, что происходит вокруг? И насчет оплаты. Да, ладно. Слитки, книги знаний, снаряжение. Давай снаряжение. Смотри, я отмечу на твоей карте одно местечко. Одно местечко. Где это местечко? Непонятно. 250, обалдеть. Ну что, не умеет заскакивать? Плохо. Ты видел Келберта? Нет, но мы видели, как Леофрид спешил за реку. Он за кем-то гнался. Думаю, за Келбертом. Больше по такой грязище здесь гоняться не за кем. Так, торгаш, что есть на месте, может поторговать пока. Нет. А я думаю, сейчас поторгую, пока тут битва. Прикончу! Надо было убегать! Я жажду присоединиться к тебе, Эйвор. Нам не нужно. Идем. Ничего себе. Покажи свою отвагу и заслужи место за своим героем. Ничего себе, можно нанимать даже. То есть шлем это нанимать людей. Келберт, дело плохо. Леофрид, я не отступлю. Ни за что. Лучше не сопротивляйся, мальчишка. Хватит, прошу. Не надо этого делать. Леофрид, отпусти его. Это приказ. Приказывает король. А Данов ждет. Это... Брось меч, Леофрид. Тебе не за что сражаться. Рептон уже наш. Остался только ты. Я не сдамся вам. Значит, ты умрешь. Или ты. Блин, не мечик у тебя. Ты проиграл, Леофрид. Даже если возьмешь верх сейчас, Рагнарсоны победили. Я не раз сражался с Данами. Ты еще жив. Да и чё ты не ворачиваешься-то? Как, нравится? Да. Ты ранен. Тен с сильной волей. Бургриду повезло. Мой долг — защищать Мерсию от таких, как ты. И я умру, но не сдамся. Фу.
Не выйдет! Выйдет. Все выйдет. Ничего себе, ты прыгаешь, как обезьяна. Конец. Еще нет! Сражайся, тварь! Ты будешь страдать! Давай! Убей меня! Зачем? Ни слова твоему богу? Или королю? Я клялся служить Бургриду до конца. Сражался и проиграл. Конец тут лишь один. Вот благородный воин бесчестного вождя. Бургрид бросил его и предал. На месте Леофрита я хотела бы об этом знать. Чему лишать воина славы? Он готов предстать перед своим богом и принять хвалу. Жизнь принесет ему лишь позор. Он отказался бы от клятвы, если бы знал. Решай. Правда или слава? Да правда. Встань, Леофрид. Сегодня ты не погибнешь. Что? Бургрид не разделяет твоей верности. Он отрекся от престола и бежал в Рим. Бросил тебя. Ты лжешь! Когда ты в шаге от гибели, зачем мне это? Он спасся сам и оставил тебя. Тебе не за что бороться. Не за кого. Предать человека столь близкого — бесчестие, достойное смерти. Эйвор, ты решила сохранить мне жизнь, и я... Я хочу отплатить тебе тем же. Ну-ка. В Венонии стоит статуя с небольшим сосудом. Там свиток. Сожги его. Свиток? На нем твое имя. По приказу Бургрида. Ревнители, что прочтут его, пойдут по твоему следу. Вон, что это? Неважно. Просто поторопись. Сожги этот свиток, или они настигнут тебя. А куда пойдешь ты? В Рим. Угу. Идем, пора возвращаться. Осторожно, ты ранен. Все в порядке, правда? Пара царапин, только и всего. Так, свиток начинает сжечь какой-то. Рана не глубоки. Тебе повезло. Эйвор, я бился изо всех сил. А он играл со мной. Знал, что я ему не ровня. Нужно было прятаться, Кёлберт. Это был не твой бой. Нет. Наш. Твой. Мой. Моего отца. Я должен был помочь. И помог. Доказал свою храбрость, отвагу. Ты стал мужчиной. Знаешь, не думал, что ты пощадишь Леофрида. Обманутого убивать бесчестно. Он думал, что его король погибнет в бою за Мерсию. Но теперь знает правду. И правда освещает его новый путь. Ты в нем не ошибся, Кёлберт. Как и в том, что все мы отличаемся не так сильно, как порой кажется. Серебро. Так. Кёлберт! Смотри-ка, ты отличился в бою! Такой храбрец может стать вождем целого клана! Королем Мерсии, брат, никак не меньше. Однажды. Мой отец уже принял свое новое бремя.
Посмотри сам. Принарядился. Теперь ты Одлинг. Или, по-вашему, Этелинг. Наследник престола. Будь его достоин. Здесь нужна рассудительность. Думай, кому доверять. Сын мой, скажи, ты цел? Да, отец. Все хорошо. Он вел себя достойно. Храбро дрался со многими врагами. Примите мою благодарность. Спасибо вам. Ивар и Убба потеряли немало людей. Хочешь отблагодарить нас? Сдержи свое слово. Конечно. Скоро вся Англия узнает, что у Мерсии новый могущественный король. Но им не придется по нраву то, как ты пришел к власти. Как и многим моим подданным. Выжившие воины Бурграда будут бороться с нами по всей Мерсии. С этим мы скоро разберемся. Я поскочу прямо в Оксенфордшир, чтобы заключить союз с местными тенами. Тебе нужна помощь? Пока еще рано. Лучше задержись здесь. Помоги нашим друзьям. Я скоро призову тебя. Сигурд. Я предпочел бы обезопасить Келгарта, пока в Мерсии беспорядки. Он может пожить в твоем клане? У тебя есть лошадь, юный Этелинг? Да, есть. Молодой скакун, Теобальд. Хорошо. Я провожу тебя до реки Нин. Оттуда ты доберешься сам. Спасибо, Сигурд. Так мне спокойнее. Жди моего зова, Эйвор. Готовься. К чему? Вы с Сигурдом молодцы. Будущее Англии в руках нашего народа. Держи, сестра-волка. В знак нашей дружбы. Братья Рагнарсены придут по твоему зову. Спасибо за честь, Умба. Видишь? Хитрец хочет охмурить тебя. Ничего, я тоже могу. И тебе спасибо, Ивар. Пожалуйста. Хорошо, что мы с тобой подружились. И с юным храбрецом Келбертом. Рада слышать. Так, Леофрид сказал, что за мной охотится. Ревнитель. Нужно вычеркнуть свое имя из списка. Отправлюсь в Винонии. Винонии. Так, тут флютинг опять. А Винонии где-то вот был тут вот, по-моему. Угу, вот он точно. Так, мне сначала стрел купить. Ничего себе, вот это у меня очков опыта. Сейчас мы распределим. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Чем могу помочь? Если что, приноси еще. Так, купить. Наверняка пригодится. Наверняка пригодится. Так, покупаем всю руду. Нужно быть готовым ко всему. Кожу. Зря запасаешься. Конечно, не зря. То, что надо. Татуировки, не знаю, зачем они нужны. Надеюсь, скоро вернешься. Мне пора в путь. Прощай. Так. Навыки. Навыки, навыки.
Так, способностями. Так, раз разбегу мне не нужна, не нужна. Пути волка. Не то. Ну, путь ворона, то, что надо. Я его качать как раз. Ой, не надо было щит. Щит мне не нужен. Уклонение, уклонение. Ну давай возьму, я все равно не буду им пользоваться. Тут у нас что, сакс? Ножом сакс каким-то, не это, копье где? Норвежский топор. Автопанпор. Лук хищник. Вот лук сюда надо качать. Молот. Вниз будем качать. Так, предметы можно чем-то улучшить? Тут побольше толчан. Какие-то кожи. Где же такую кожу-то взять-то? Вот. Вопрос, конечно. Датский топорик. Погнали, да, сейчас мы свиток сожгем. Тут этот будет Редвальда. Может, убьем ее. Не помню. Где-то сзади. Я не пойму, там что. Статуя, что используют ревнители. Готово. Горстка пепла. Теперь ревнители оставят меня в покое.
Это хорошо, что за мной не охотятся больше ревнители. Меня больше вот это вот интересует. Пофигу, блядь. Ё-моё, что тут хоть по ним попасть? Какого хера, неужели не восполнились?
убью. Да чё ты не отбиваешь-то? Ни хрена не отбивает. Еду найти. Смотри, гаденыш попал. Ёкарный бабай. Попался. Есть тут? Ну, попал я, чуваки. А чё он не добил-то его? Так. Где этот гад? Сюда. Вот он ходит. Иди сюда, гаденыш.
чё, готов. Добить наверняка. Вот так вот с тобой разговор от ковротки. Я трудился при церкви святого Хада в Тамборте. Был монахом. Не стоило мне уходить. Святой Хад умер с топором в руке? Его чтят за то, что он избег топора. Жаль, что я не сделал этого сам. Не сошел с пути жестокой чести. Однажды о старых богах забудут. Боже, прости меня грешного. Чё там? Всё. Убил этого, гадёныш. Орден. Кто такой был-то хоть? А, он. Пешка. Может было и не убивать. Вуфа 160. Эорфорвин 90. Кола 90. Это кто? Кендал 90. Понятно, это слишком какие-то жирные. Так, Ленкс. Леав Гифу. Хунта. Это пиевка какая-то. Стрела. Компас, киль. Лира. Так, Лира, это этот, которого я... Видно, что волоса кудрявые. Это этот король. Охренеть. Вот это поворот. А вот это, похоже, девка, которая со мной. Вигмунд. Гифл, наковальня. Так, и куда же нам теперь? Вот здесь заточка, не пойму. Фонтан какой-то, что ли? А, доложить это и нужно, по-моему. То, что мы присоединили. Длинный дом. Так, а у тебя что-нибудь есть? Тут что-нибудь купить? Приветствую! Что предложишь сегодня? Это что за хрень? 75, 120, обалдеть, 75. Прочнее. Интересно. Мне пора в путь. Прощай. Да помогут тебе боги. Так, вход здесь, по-моему. Рада, что ты добрался, Келберт. Спасибо Сигурду. Он хороший проводник и собеседник. Рассказал мне пару историй. Лучшие были о тебе. Неловких подробностей в них не было? Нет, но были камни. Эйвор, не хочу перебивать, но что с Ледочестером? Союз заключен. Сыновья Рагнара теперь наши друзья. Рада слышать. Вы оба молодцы. Честер Шир.
союз. Деревню прокачал. Круто. Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшины, просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Ха, интересная мысль. Фиолберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйвор, поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я много повидала в этом новом краю. И в скитаниях своих заключила немало крепких союзов. Кёлвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге ярл Скона Сома и Дана Грента Бриджа поклялись нам в вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Интересно, что бы он сам тебе на это сказал? Сигурд знает, чего я добилась, и хвастал бы этим красочнее моего. Но это не умаляет ваших заслуг. Ведь меня окружают храбрейшие и сильнейшие воины. Давайте выпьем. За Сигурда, да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. За Сигурда! За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! И да будет Вашель столь же хмельным, как у Дага! Сколь! Сколь! Ты думаешь, я пьян, Эйвор? Что, правда глаза колет? Да, слова твои грубые. По-моему, ты тамплиерчик. Говорит... Мне кажется, ты предатель. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурда. Ты несешь полную чушь, Даг. Скажи, я тебя чем-то прогневила? Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто может сражаться вперед? Прочие, ждите здесь. За мной! Рандви, чувствуешь жажду битвы? О, да! Ха! Куда взялись? Пришел твой час! Отсюда живыми! Ты заплатишь! Готов. Ловушку теперь могу ставить.
нет. Умри же! Пленных не брать! Жечь здесь все до дна! Тебе конец! Ты что тут хочешь? Ваш клан и правда ослабел, но мы его добьем! Это мы еще посмотрим! Отбил нападение. Мы всех перебили? На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Из Гетланда, судя по расцветке и узорам. Но зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть. Этот червяк полз к реке. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще пригожусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели в Восточной Англии. Приплыли недавно. Искали добычи. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Пёс ты бестолковый. В собственном заду серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже, Гёт. Спрошу еще раз, кто вас послал? Сам ветер. А воды рек унесут нас домой. Да он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять. Иди и не возвращайся. Благодарю. Мне назло там сделал. Ты не помилован. Твоя смерть лишь отсрочена. Расскажи тем, кто тебя послал, что здесь их ждет одна погибель. О, я расскажу им все. Пусть за ним кто-нибудь проследит. Мы найдем... Убил его. Его нельзя было щадить. Все бы решили, что мы просто трусы. Другого выхода не было. Мы могли пойти за ним, что-то выяснить. Но теперь уже поздно. Сигурд поступил бы на моем месте так же. Мне этого достаточно. Сигурда здесь сейчас нет. Только я. Если вновь перейдешь мне дорогу, он об этом узнает. Я вижу тебя насквозь. Имею в виду. Не обращай внимания. Лает он громко, но не кусается. Нужно убрать тела, а после поговорим. Послание. Чё ты качаешься, стоишь? Чтобы на перу всем хватило мяса, нужно обустроить дом нашим скотоводам. Так, на этом мы серию закончим. Ссылка на плейлист находится в описании. Всем спасибо и пока.